память героям Великой войны. Что же такое 9 мая? Это подбитые танки в полях, те самолеты, которые в небе пронзали фашистов у всех на глазах, плач матерей, потерявших на фронте тысячи юных и смелых ребят. Солдат, он с гранатой, оставшись в окопе, с собой забирает вражины штук 5. Как в 41-м посмертно сражались, ковали победу всех на виду. И никогда, ни за что не сдаваясь, они отстояли родную Москву. 42-й, Сталинградская битва. На Волге не просто им было тогда. Фрицы их сжали, но наши крепчали. Их подвиг великий чтить будем всегда. Как в 43-м под Курском громили 34-ки их тигров стальных. Как коренной перелом завершили силами наших подруг боевых. 44-й. Блокада разбита. Наш Ленинград теперь освобожден. Дорога к Берлину по праву открыта. Наш общий враг почти побежден. Как в 45-м Берлин захватили, все ликовали. Победа! Ура! Врага не гнать все равно продолжали. Скажем спасибо им вместе, друзья. Спасибо и тем, кто в часы роковые себя не жалея посмертно легли. За родину, мать! За товарищей верных навеки герои покоя брели. Голиков Леня и Сашка Чекалин, Зинка Портнова, Маратик Козей и Соколова, Сипенко, Покрышкин. Всех мы запомнили славных друзей. Пилот Кожедуб, Городец, Талалихин, Гастелло, который упал на врага. Всех мы воспомним и всех почитаем. Сердце вы нашим отныне всегда.